теперь, как говорится, слово предоставляется обвиняемым. Протокол допроса свидетеля 13 апреля 1959 года. Прокурор следственного отдела обл. прокуратуры Романов допросил в прокуратуре области Уфимцева Валерия Михайловича, 44 года, член КПСС с 1946 года, образование среднее, техникум физкультуры, занятие, инспектор учебно-спортивного отдела. По инструкции Комитета по физической культуре и спорту при Совете министров СССР предоставлено право разрабатывания маршрутов разрешается любой организации и учреждением и добровольными спортивными обществами, что и было проделано, и подготовлен проект маршрута третьей категории трудностей секцией туризма УПИ. Группа Дятлова примерно в этом же составе совершала походы высшей категории трудностей и ранее. Товарищ Дятлов сам был в этом районе в 1957 году, но не по этому маршруту. Условия маршрута группе были известны, и маршрут был утвержден маршрутной комиссией в составе Королева, Масленникова, Новиковой, Группа имела и карту этой местности, снаряжение и питание на весь срок следования. Требования для участников, которые были допущены в состав группы, полностью соответствуют. Инструкция по туризму ⁇ статья 26-28. При походе третьей категории трудностей участники должны иметь опыт участия в походе второй категории трудностей по данному виду туризма. Руководитель должен иметь опыт руководства походом второй категории трудностей и опыт участия в походе третьей категории трудностей по данному виду туризма. Все участники соответствовали данным требованиям. Товарищ Дятлов имеет второй спортивный разряд по туризму и ряд других товарищей имеют разряды по туризму и была скомплектована очень сильная группа, Группа подготавливалась Институтом УПИ и финансировал ее Правком УПИ, который и должен был проверить ее оснащение перед выходом в поход. Контрольный срок был установлен группе 12 февраля, когда она должна была подать телеграмму изъезжая после возвращения с маршрута. Больше группа не могла ниоткуда подать известие о себе из-за отсутствия населенных пунктов на пути маршрута, и только через 12 дней после выхода мы могли знать о ее благополучии. Связь с группой по рации не осуществлялась из-за отсутствия коротковолновых радиостанций, которые не разрешают использовать в этих целях и не предусмотрено никакими инструкциями. 16 февраля в комитет позвонил по телефону товарищ Блинов и спросил, нет ли каких известий о группе. И сразу же заказали телефон Визжая и разговаривали с работником ЛАГа, товарищем Хакимовым, который сказал, что они группу Дятлова подвезли на машине до Рудника Северной 27 января. И они говорили, что обещают вернуться обратно в Визжай не ранее 15 февраля и сообщил, что обратно группа не проходила. Товарищ Хакимов незаслуженно нынче предан некоторыми людьми анафеме, хотя из прегрешений имел разговор с товарищем Уфимцевым. Но этого хватило для его обвинения в тайной причастности к гибели группы Дятлова. Товарищи Уфимцев и Хакимов говорили о разных вещах. На военных в грузовиках подвозили группу Блинова, а группу Дятлова на следующий день подвозил грузовик Визжайского автохозяйства, приписанный к энерголесокомбинату для обслуживания нужд поселков лесозаготовителей. Данный грузовик вез не только группу Дятлова в поселок 41-го квартала, но и кинооператора с проектором и еще кого-то, по всей видимости, рабочих. Планировалось, что этот транспорт доставит ребят до второго Северного. Потому товарищ Хакимов дал такой ответ, что они отвезли группу Дятлова до поселка второй Северной. Открытка, отправленная Рустемом Слободиным из поселка Вижай, отправил он ее к себе домой, своим родным, не в комитет по физкультуре и спорту, не в турклуб УПИ. 26 января 1959 года, 10 часов утра. Привет оседлым Свердловчанам. Вчера благополучно доехали до поселка Визжай. Сейчас на спецмашине едем в исходный пункт 2 северный. Это пишет сам Рустем Слободин в 10 утра 26 января. То есть машина по плану должна была их доставить на 2 северный. То, что товарищ Хакимов не знал до звонка у Фимцева о том, что спецмашина до второго Северного не дотянула, говорит о том, что товарищ Хакимов не очень следил за перемещением группы, да ему и своих забот по службе хватало. В чем кроется причина того, что спецмашина не довезла ребят до исходного поселка Второй Северной? На данный вопрос есть ответ в дневнике Юрия Юдина. 26 января 1959 года приехали на машине без тормозов, сломанные рессоры и прочее в поселок 41-го квартала. В тайге можно на любых машинах ездить. На машине, на которой мы приехали, привезли кино. В открытке Рустем о спецмашине написал с сарказмом. Видимо, авто выглядело со всех сторон так же плачевно, как и его задний борт кузова. И не только выглядело, но и ехало так же. Отъезжая до поселка 41 квартал, по лесовозной дороге менее 40 километров. Открытку Рустем отправил в начале 11-го. Плюс погрузка. Примерно в 11.00 они выехали из поселка Визжай. Прибыли в поселок 41 квартал в районе 16.00, то есть ехали со скоростью в среднем 10-15 км в час. Видимо, не раз останавливались для охлаждения автомобиля для трансмиссионной езды по заснеженной тайге при отсутствии тормозов. Вполне вероятно: водитель спецмашины не очень желал продолжать движение в сторону поселка 2 Северной. Это по тайге еще 20 км пути, не менее трех часов в темноте до поселка и три часа обратно, в одиночку. Либо ночевать в избушке с туристами. Кому это нужно было? Да никому. Лесовозная дорога, вероятно, имела переметы, а в одиночку, ночью, выкапывать грузовик – это не тропинку прочистить. Тот, кто не имеет об этом представления, не поймет, я лично имел подобный опыт, даже более страшный, Я лично понимаю водителя, который, возможно, в вежливой форме послал ребят в сторону дрехлых и ряжнего. Ночевка водителя в подобных условиях в те годы представляла не очень простую процедуру для оставления автомобиля на морозе. Нужно было слить воду из системы охлаждения двигателя, а утром нагреть три ведра воды, залить в систему и пытаться ее запустить что может не получиться из-за загустевшего масла. В те времена не было тосолов, антифризов, полусинтетических масел, не густеющих и не замерзающих на морозе. Да еще и половину дня можно было провести с паяльной лампой или факелом под машиной, разогревая агрегаты и залитые бензином свечи зажигания. В общем, попадание ребят в поселок 41-го квартала было связано с полумертвой спецмашиной. Почему же Рустем так ее назвал? Вероятно, потому, что такие машины называли хозяйками, использовавшимися для хознужд. Вероятно, поэтому Рустем и проявил сарказм в определении. Будем выделен хотя бы вот такой автомобиль. Тут видна замененная часть борта, замененные щеколды. Видно, что автомобиль обслуживался и, вероятно, был в порядке. Тогда на второй северный поселок ребята попали бы 26 января в районе 14.00. То есть, сбросив рабочих и кинооператора, они проследовали бы дальше на этой же машине до второго северного. Получается, что на поселке 41-го квартала ребята оказались случайно. Виною этому был неисправный автомобиль, не заговорщики и шпионы. Товарищ Хакимов о том, что ребята вместо второго северного попали на поселок 41-го участка, узнал после начала активных поисковых действий до звонка товарища Уфимцева, он даже и не вспомнил о том, что в частной беседе дятловцы ему сказали о том, что вернутся 15 февраля. Можно заподозрить в таком случае его в каких-то грязностях, знал, мол, и не побеспокоился, что-то с ним нечисто. Так Уфимцев, Гордо, Масленников, Новикова и так далее тоже знали, и что они тоже причастны к чему-то. У Хакимова были другие обязанности – следить за туристами. В отличие от перечисленных товарищей, в круг его должностных обязанностей не входило. По-человечески – возможно. Но кто знает, какими делами была занята у начальника лак отделения голова. Забот у него было, вероятно, побольше, чем у товарища Уфимцева и Гордо. Связь с группой по рации не осуществлялась из-за отсутствия коротковолновых радиостанций, которые не разрешают использовать в этих целях и не предусмотрено никакими инструкциями. Тут товарищ Уфимцев дает ответ на вопросы родных ребят об оснащении группы рацией. Все участники соответствовали данным требованиям, Товарищ Дятлов имеет второй спортивный разряд по туризму, и ряд других товарищей имеют разряды по туризму, и была скомплектована очень сильная группа. Тут товарищ Уфимцев дает ответ родным о том, что ребята были опытными туристами, которые были способны с легкостью справиться с трудностями подобного маршрута, пройдя не по тропе натоптанной, а минуя овраги бурелом перевалы и Невысокие уральские вершины. Выйти в назначенный пункт. По инструкции Комитета по физической культуре и спорту при Совете министров СССР начинает свои показания товарищу Фимцев с упоминания инструкции Комитета по физической культуре. Вспомним, кто собрал все инструкции по пунктам и номерам страниц. Так точно Владимир Михайлович Слободин. Цитата из первого листа его показаний. Детально ознакомился с утвержденным приказом председателя Комитета по физической культуре и спорту при Совете министров СССР номер 136 от 3 июня 1957 года. На какие вопросы еще дает ответы товарищ Куфимцев? После этого сразу была направлена поисковая группа из УПИ. Нами сообщено в обком КПСС товарищу Журавлеву о потерявшейся группе. Подали телеграмму в Вижай, но ответ не получили, так как разговаривали по телефону, как стало известно, что группа не проходила обратно. При правкоме УПИ был создан штаб по розыску этой группы, который и занимался последующей работой по всем поискам. Все требования, предусмотренные по инструкции при утверждении маршрутов, были соблюдены. Контроль за подготовкой снаряжения к походу должен был проведен спортивным клубом УПИ, так как они собирали группу в поход и ее финансировали, а также и всем необходимым питанием и обувью. Что мы слышим? Ответ на возмущение Римы Сергеевны Каливатовой по поводу обеспечения группы одежды. Снаряжение и контроль за ним лежал на спортклубе УПИ. Инструкции были все соблюдены. И ответ на общие обвинения всеми родными ребят в инертностях, халатной нерасторопности, даже преступной халатности и затягивании поисковых работ. После этого сразу была направлена поисковая группа из УПИ нами сообщено в обком КПСС товарищу Журавлеву об потерявшейся группе. Нарочито делает товарищ Уфимцев акцент на том, что это они сообщили в обком о группе и сразу занялись поисками. Не родители поставили на уши весь обком, а они сообщили. При прочтении показаний товарища Уфимцева, после показаний родителей, создается уверенное впечатление о том, что ознакомившись с показаниями родителей, которые обвиняли его и всех руководителей, дает на эти обвинения оправдательные показания. Можно сказать, прямо по пунктам, указанным родными в их показаниях. Вероятно, так и было. Во вторник 14 апреля допрашиваются все родные ребята, которые высказывают все свои недовольства, требования довести указанных лиц, в том числе и товарища Уфимцева, как их руководителя, до уголовной ответственности и прочее. А в понедельник 13 апреля товарищ Уфимцев дает ответы на все эти посылы в его адрес. Как такое может быть? Товарищ Уфимцев, вероятно, был ясновидящим? Конечно, нет. Его просто ознакомили с показаниями родных дятловцев 15 апреля. Этого же числа он и дал свои оправдательные показания. Допрос датировали задним числом, 13 апреля. Это единственный протокол в деле с такой датой. И это первый протокол в деле от следователя Романова что еще наводит на то, что протокол у Финцева был проведен задним числом. Понедельник, 13 апреля. Один допрос за весь рабочий день. Вторник, 14 апреля. Четыре допроса. Среда, 15 апреля. Пять допросов. Какой-то нескладный рабочий план получился у следователя Романова на неделю. Для чего это было сделано? Для того, чтобы вывести товарища Уфимцева и остальных из-под возможного удара, следователи знали, что вины в гибели группы Дятлова, указанных родителями спортивных руководителей, нет. Есть какие-то упущения в исполнении должностных обязанностей, но за упущения все были в итоге наказаны. Тем более товарищ Уфимцев признал свою вину в некоторых из них. Вопрос. Кто конкретно из городского комитета по физкультуре и спорту должен был наблюдать за движением по маршруту группы Дятлова? Ответ. За движением туристической группы товарища Дятлова непосредственно контроль согласно инструкции должен был нести спортивный клуб УПИ, но в то же время и городской комитет должен вести контроль за движением туристических групп согласно телеграммам. Конкретно это возложена на меня. Розыски группы товарища Дятлова были начаты в течение суток после получения сообщения о том, что группа не возвратилась в намеченный пункт. Согласно маршруту, эта группа туристов 12 февраля 1959 года должна была вернуться в поселок Вижай. Но работник лагеря товарищ Хакимов нам по телефону сообщил, что туристы при отъезде обещали вернуться только 15 февраля. Почему с 12 февраля сего года не были приняты меры к розыску потерявшихся туристов, я не могу сказать. В этом повинны как спортклуб УПИ, так и комитет по физкультуре и спорту. Вопрос. Какие нарушения инструкции были допущены при подготовке снаряжения и отправки этой группы по маршруту. Ответ: Я считаю, что при подготовке снаряжения и отправки этой группы никаких нарушений инструкций или упущений не было допущено. Протокол с моих слов записан верно. Почему с 12 февраля сего года не были приняты меры к розыску потерявшихся туристов, я не могу сказать. В этом повинны как спортклуб УПИ, так и комитет по физкультуре и спорту. Как говорится, подсудимую вину свою признал в ходе следствия, раскаялся, активно сотрудничал со следствием, давал правдивые показания. Конечно, Уфимцев Валерий Михайлович не был никоим образом виноват в гибели ребят. Для него это была такая же неприятная новость. А вот гнев родителей, выйдя за рамки данного дела мог даже стоить ему свободы. Времена были такие. Потому следователи вывели товарища Уфимцева и остальных спортивных деятелей за рамки этого дела, чтобы им ничего не угрожало. Вероятно, не по собственной инициативе, а по чьей-то просьбе.